Больше, чем музей. 21 мая в Тюмени, Тобольске и Лудровске пройдет «Ночь музеев 2022». В этом году акция посвящена году нематериального культурного наследия России. На территории Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника интерактивная программа начнется в 16 часов. Все мероприятия объединены событиями, посвященными 350-летию со дня рождения императора Петра I. Здесь пройдут квесты в башнях Кремля, музыкальные мастер-классы, игра в мафию в тюремном замке. А у ротонды можно будет принять участие в игре головоломки «Ботик Петра». Разработана и специальная программа для детей. В этом году впервые билеты на «Ночь музеев» можно оплатить пушкинской картой. Торжественное открытие стартует онлайн сразу в трех городах региона в 18 часов. Благодаря этому музеи Тюмени и Лутеровска можно посетить, не выходя из дома.